друзья, и наш следующий участник, лауреат международного фестиваля «Солдатский конверт 2022», лауреат международного конкурса имени Муслима Магомаева «Орфей», лауреат первой степени открытого фестиваля конкурса армейской песни «За веру, за отчизну, за любовь». Встречайте, Андрей Щебуняев, Ростовская область. Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую! Я на этом конкурсе еще как участник в этом году приехал с своим ансамблем «Донское сияние». Дорогие друзья, давайте вспомним старые советские песни, песни Великой Отечественной войны, те песни, которые поддерживали наших бойцов в то нелегкое время и помогали им ковать победу. Первая песня «В землянке». Пойте вместе со мной. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Спасибо. Ну и еще одну песню. Наверняка знают все. «Темная ночь». Друзья, поем все вместе. Темная ночь, только пули свистят по степи. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спи. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь
пролегла между нами. Все вместе. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.